Ярослав, пока я готовился к передаче, я узнал, что вы увлекаетесь поэзией. Можете что-нибудь исполнить? С удовольствием, но свою личную поэзию, она у меня больше лирическая, поэтому она больше для другой передачи. А вот по случаю как раз есть у меня стихотворение Андрея Телегина, называется «Магнитовращатель». Я думаю, будет как раз очень в тему. Стихотворение написано по мотивам стихотворения Маяковского, поэтому оно будет достаточно экспрессивное, эмоциональное и в какие-то моменты, может быть, громкое. Ничего страшного? Нет, конечно. Отлично. Главное, не матом. Магнитовращатель. Я волком бы выгрыз релятивизм, к Эйнштейнам почтения нет. К любым чертям с матерями катись, догматов эйнштейновских бред. Я достаю из широких штанин карманный магнитовращатель. Смотрите, завидуйте, я не кретин, а гениальный изобретатель. Я достаю из широких штанин для использования на практике. Смотрите, завидуйте, я гражданин всей нашей галактики! Я достаю из широких штанин ради спасения человечества. Ведь раньше когда-то я был гражданин социалистического отечества. Я достаю из широких штанин и слышу вокруг междометия. Завидно пиплам, что я не кретин, а Коперник третьего тысячелетия. Я достаю из широких штанин. Подходит какая-то хулиганка, хватает, видя, что я гражданин, а не какая-нибудь там гражданка. Я достаю из широких штанин и убираю обратно. Знать, что я гений, а не кретин, довольно-таки приятно. Здорово, здорово. Вот так интересно, прям с эмоцией. Наша передача подходит к концу. Ярослав, подведите, пожалуйста, итоги. Итоги таковы, что технологии у нас, у цивилизации как таковой, технологии у нас есть для счастливого будущего. И только от нас зависит, когда произойдет морально-нравственный рост и распространение цивилизационной идеи среди всех граждан планеты. Потому что автономная энергетика, новые средства перемещения в пространстве, новые научные парадигмы реализованы будут на планете Земля тогда, когда это станет доступно абсолютно для каждого человека. И философская высокая позиция – это чтобы общество заботилось о каждом человеке, и каждый человек гарантированно по праву рождения на планете Земля мог в любой точке планеты иметь гарантированно высокое качество жизни. Поэтому, еще раз, перспективы светлые, победа будет за нами, знающие сроки не суетятся. Это была передача «В теме по секрету». Ее ведущий Дмитрий Харланов и ведущий специалист по альтернативной энергетике Ярослав Старухин. До новых встреч!